Видите, справа, слева сразу все пачки. Ну, по КД бегать, блядь. Ой, сегодня Геру траить ебаную нахуй. Вечерняя гильдия, сука. А вы леди убили или нет еще? Ну, один раз убивали. А там фул горит, да, уже? В вечерний? Ну да. Гильдейский. Да, ну в Геру, конечно, фул. Там вообще заряженные типы. 264-е там всякие. Короче, этот самый... Анреальный, ты тут? Да. Три. Помнишь, вы говорили, что не всем подходит, вот сейчас там осень, это осень начнется, там не всем подходит с 16 до 20. Вот. А с 20 РТ вам подходит? 20, кажется, вообще идеально будет. Ну, блядь, пока сидим, пока нормально, блядь, не знаю. Я, по крайней мере, на данный момент вообще в отпуске, ебать. Мне типа вот. Сейчас вообще... Я, короче, но к так, чему... Это 2-2 я могу, блядь. Мне по барабану. Я, короче, к чему это говорю, что... Я в этой вечерней гильдии Релю. Ну, по крайней мере, обычки. Вот. Гера там. Ну, я буду Геру вторую делать точно. Когда первую пронесем на фул, я буду вторую. Рейд вторую в Геру делать. Вот, так что. Так как я там офицер, то можете рассмотреть эту гильдию. Tomorrow Sunday называется. Ну, пока давай будем сейчас это отталкиваться от того, что имеем пока здесь, а там еще уже дальше, как там пойдет осень, уже будем ближе к тому времени думать, решим да, этот вопрос. Да. Думаю, ну, прямо. Желательно, конечно, ну вот лично с моей стороны, мне хотелось бы, чтобы в этой гильдии, ну вот в этой 16 до 20, чтобы набрался костяк, и вы, допустим, ну, то есть не то, что с вами рейд собирается, а уже без вас, чтобы рейд собирался. И тогда уже можно смело отчаливать там то ли туда, то ли еще куда-то там, ну, хоть куда, куда в душе. Ну, разберем. Ближе к тому же реально подумаем, решим это, я думаю, не проблема вообще. Там посоветуемся, обсудим, все ребята соберутся, и пойти уже сделаем выводы, точки над и расставим, все ровно будет. Ага. Там в этом плане проще, там и состав есть постоянный. Там вот, допустим, бывает, что на РТ 15 человек приходит и сидишь, ждешь там полчаса, 40 минут, когда 5 человек зайдут. А там 20 человек идешь, и там 320 тысяч ДПС, это заряженные ребята. Ну, заряженные, ясно. И тоже твинками ходят, там все, и шеемы собираются, и все, то есть по обычке хорошо. Плюс Гера, я не знаю, ну, месяца два, может, три уже все фулы будут закрывать. Ну, несколько гильдий точно. И это. Ну и заебись. Геру я то стопудово буду делать второй рейд там. То есть в один ходить и второй делать. Сначала он там на 8 боссов будет, потом уже будем закрывать и квартальных со временем. Хорошо. Ну, а кому дальневосточная, тоже дальневосточная гильдия есть. Там что-то вроде уже два рейда есть. В обычку. В Геру пока леди не убили. Так, я пока расставлю метки. Присоедините на кубы. 5 человек. Кто нажмет кубы, кто не проебется. Постою. Так. Реальный Дефнер. Потом давай Вадикон. Потом давай. Кто еще? Ванцент, постоишь на кубе? Давай. Так, и пятое тело. Еще какой-то РДД. Юми постоишь? Или Притон? Давай, Юми, на луне тогда. Все, так, на трэше. Кто у нас будет на трэше? Надо подумать. Сука. Ну давай, малейцист, ты на трэше будешь.
На боссе я буду первый, потом Рарник и третий Дикий Волк. Может, Рарник лучше на трэше, он постоянно его танчит, типа, может, он уже знает, что куда. Это, как его 40 час, если мы закроем, мы ТТГ пойдем 25-го? Да, можно. Все от нас зависит. Да. Отлично. Заходите там, кто поел, заходите уже сюда. Я просто думаю, что у Рарника, видишь, ревностный есть, потому что это самое... Ну, смотрите, ладно. Пускай я Варна. Какой? Я на бой тогда? Да, да, ты второй после меня, забираешь с тебя Дикий Волк. Забегайте сюда. Все на пулы, там роги, ханты, напуливайте на квадрат трэш, молицист, это про товар. Знаешь, как вот стоишь возле третьего, который портал, где выходит гитарист, и на босса смотришь, как только он активирует портал, к нему бежишь. Зукля, а ты... Ну вот посередине стоишь возле него. Он луч будет кидать в портал, который, из которого будут мобы выходить, увидишь. Этот, Зукля, ты это самое, если скелеты будут... Блять, ну я один ДК, я не знаю, грипну, не грипну, но ты, короче, имей в виду, что надо ферять скелетов по КД. Масло, масло, масло. Сейчас поставлю. Да, тут не особо эта роль не сыграет. Масло это. Ё, проверка и был, блядь. Я дальнего грипну, вы там ближних. Монахиня. И балицист. Биг дэмэдж житов. Всё, пуляйте этого дальнего пидора пульну. Фу, лауе, прям ебашим изо всех сил на пулы. Не давайте, чтобы помирали там локи всякие. Пул на пулы. Так, я, короче, сейчас дам войско. Прям сильно крутите АОЕ, прям ебашьте. Мощно. Где ваш дамаг? О, прист какой-то появился. Чё за прист? Я даже не заметил, как он появился. Это вместо ханта, да? ДС, муки. В Вьюпсин или Биг Дэмэдж? У кого-то из вас фон идет. Сейчас я... У тебя Биг Дэмэдж, да. Добивайте голема, там припот успеем выпить. 20 секунд еще есть, добивайте. Так, что-то я эти серии забыл, да? Все. 7 секунд до босса готовимся. Ну, пулы на войда один раз дадите и все. Остальные все в квадрат. Дал истерию, давайте Геру. ДПС. Так, после меня Рарник и после Рарника Дикий Волк. Прожимок не жалейте, прям отдавать. Если прожимок нет, лучше скажите. Там зубы есть, есть крылья, вся хуйня. Волк, давай готовься, забирай.
с этой печатью, там, имейте в виду Вьюпсинь, там, то хилы, если... Ну, вы знаете, да? Не буду вам... Знаю. Смотрите внимательно. Не проебывайте ману. Так, давайте, нажимаем кубы. 5 лучей. 5-й луч с треугольника не вижу. Все нормально, отпускайте. Скелеты пошли. Это я себе думаю, чуть не проебал тебя, она. Все скелетов, про босса забыли? А чурарник? Давай я заберу. Да там Алицис забрал. Это я с него должен был забрать, я с него не успел забрать. Так, сейчас дикий волк забирает. Гитарист это. Про босса забудьте, трэш бейте сильнее. Все в трэш, ребята. Это уже минус 3, нахуй. Давай, дикий волк резай историю. Вадикон резай святоса. Синтек резай но стресса. Сразу фул баф по ним. Но стресса. Но стресс быстрее вставай. Фул баф каску, лапа пристабав. Бьем, ждем, когда следующий портал будет. Че там долго до этого? До кубов. Вот кубы, скелеты. Нажимайте кубы. Луч из луны не вижу. Луны, луны, луны. А, луна, луна, быстрее. Луну кто-нибудь замените. Замените быстрее. Пизда, нахуй. Ну. Гоните, нахуй, я вас спас просто только что. Че за хуйня с луной? Так, АФК. Дикий волк собирает. Пока не веди, пока собирает трэш он. АФК, АФК, замените кто-нибудь луну. Они нормально бьет. Фул, фул АУЕ даем по трэшу. Сейчас буду забирать. Фул АУЕ и будем переводить босса. Давайте фул АУЕ. Первый стан даст рарник по бесам. Второй зукля. Все, фул ДПС по боссу переводим. Похуй. Башьте. Так, вспышка, скорее всего, еще одна будет. Похуй на вспышку. Если что, возле кубов стойте. Если что, нажмем. Просто переводим. Фул ДПС по боссу. Да не, надо будет нажимать. Нажимайте кубы. Луна, луна. Луна. Сука, к луне. Все, это самое, переводите. Сейчас портал исчезнет, мобы исчезнут. Всего. К звездочке идем. Скелета фиряем. Дал гриб, дал оковы. Фул ДПС по этому скелету. Так, на диком волке забираю. Чуть не проебал тебя. Все, скелета разъебывать, он прям в рейде. Да, и Т4. Кто там улетел в анцент? Угу. Все нормально. Убейте Ванцента. Скелета убили. Вот скелет здесь стоит, блять. Все с боссов скелета переключитесь. Кружок поставим. Бейте ебучего скелета. Чтобы он волну не кинул, нас всех не вайпнул. Вот видишь, кинул волну, вайпнул, нахуй. Типов, нахуй. Заебись. Все, ебашим. Так, у нас БР Уровиста есть. У кого там ДПС больше всего был? Свято, Зукля и Топа, у кого из них? Посмотрите по рекаунту. Свято. Ну вот. Реснее. Ровист. Ровист не Топу тогда. Все, фулбаф ему. Каску, лапу, пристабаф. Те Горн. Вот Ровист. Истерия тебе. Вярим. Короче, сейчас дал ее зыбку.
На фул держите рарника. Так, печеньки у нас чё? По 200 ГП. Я там этот ИПГП лутмастер включил. Сразу разролю. Ну, а сколько же? Тогда потом разролю. Пока все закинут туда. Ебаная табличка, нахуй. Параша ебаная, это ОД, нахуй. Кто это придумал, блядь, чтобы оно линковалось? Спасибо, Упси. Хороший лут, кстати. Жезл, блять, охуеть. Это все ГП читать. Так, а чё, куда жезл делся? Все, исчез. Пиздец. А. Сумка на кого бог пошлет. А? Распыл. Так, что там? Два гесанита, нахуй. Так, ну летим на груля. Сумка 20-слотовая боссана, она никому не нужна. Хоть бы 22 слота нарисовали для приличия, блядь. Мин. Гера, блядь. 24 слота, блядь. Да, 26. Или 26, да. Это вообще парашка какая-то. А, не, навряд ли. Тогда вот эти бы не покупали 26-тысячные. Ну. 24 нормально. Короче. Почему не покупали? Точно так же бы покупали. Просто с рейда их сложнее забрать. Че, у нас только прист, пук и все, да? Мак, ну, че, который не хочет отступать? Не хочет? Ну и ломается. Ну и пусть. Так, тут какой-то аукцион у меня состоит. Если я перейду в гильдию, у меня же репутация пропадет. А я хуй знает. Ну, наверное. Из гильдии, да, спадет. А нахуя тебе там... репутация? Да там, короче, маунт есть, на который я коплю. Забей, хуй. Да, нахуй он тебе нужен. Чё? Тут, блядь, маунтов, блядь. Маунты на пиратки собирать. Чё там за маунт хоть? Да вот это панкетер, это, блядь. Этот, блядь, феникс, блядь, ебаный. У меня 150 маунтов, я на одном везде. Если он трехместный и там телок можно возить, то тогда ладно, хуй с ним. Понятно, феникс он, короче, хочет. Темный феникс, блин, нахуй нужен. Ебан, нахуй он нужен. Лёня, ты денег, блядь, в 4 раза больше всем должен, чем, ебать, этот феникс. Ебать, феникс 200к стоит, ебать.
На хонте обосрался, откроется, блядь, око, ебать, будешь, блядь, другого феникса себе выбивать. А, он точно вроде такой же. Да там не падает тот феникс, нихуя. Он хоть раз падал вообще. Не падает разве? Значит, ну, что, кончится, раз она падает, и феникс упадет рано или поздно. Я не видел, чтобы на Сирусе он падал. На феникс хрезе, ну коня, сука, видел. На циркуле я видел феникса. Да, там, да. На панде он был. Который вот желтый обычный стандарт. Так, ну я к грулю подлетел. Локи есть тут? Все летят. Все, покинул гильдию. Это кто? Прист говорит? Дефнейр. Мак. Давай. Прист, блядь, вступай в гильдию, нахуй, заебал. Слышишь? Да я пух конкретный. Там, конкретный? Так, ну, а что, тебе как... не подходит с 16 до 20 сибирское время нормально? Похуй, давай. Не, я просто сам в Сибири. А, ну так, блядь, тем более, видишь, мы сибиряки быстро друг друга находим. С 16 до 20 удобный РТ, блядь. И ПГП плюс консул. Все пацаны нормальные. Бля, пиздец. Всех, кто к нам зашел в рейд, мы всех взяли. Только хули, блядь. Выживаем, да, выживаем. Танк ушел безнаказанно, блядь. Причем ты процент хороший поставил, чтобы скидывалось, ебать. Там пошел у него КД, ебать. Так, не, он в гильдию не пошел к нам. Песа, я беру тебя, да? Прист. Где ты там? Пэксу. А, ты еще в гильдии. Ставь шкаф. Пока будьте в медведе. Сейчас 4 танка тут по-любому надо. Сейчас посмотрим, кого на кого лучше поставить. Кстати, наверное, тогда... Чё? Дефнейру стоит засчитать это ЕПшку за РСку. Да, конечно. Конечно. Давай засчитаем. Сначала за целка засчитывали, нет? Ты нужно было в гильдии быть. Ты был в целка, да? Да. А. Вчера. Дефнейр, да, был в целка? Угу. Так, ну давай закинем. Так, ну давайте 200 за магика я кину. Еще короли и груль по 200. Ну и по полтиннику за кубы накинь. Только не луне. Да-да, только не луне. Монахиня, а я что-то хуй знаю. Та зачем у тебя? Ну, РС 500, да, дали. И 200 за магика, да, у тебя 700 есть. Через час уходить надо? А, хорошо. Это самое... Чё там? Малицисты на стресс. Пошли ебашить трэш, пока кто здесь. Вы, короче, берите этих жрецов, а я громилу возьму. Суманите, пожалуйста, им согрешку. Ой, блядь. Возможно, себе диспельт эфир там, с танков. Я, короче, на Олме почилю, так как у меня есть антимагический панцирь. И остальных сейчас раскидаем. Ну, малициста, наверное, на Луну. Рарника на двоих. Нет. Киглер, это медведь лучше. Да, медведя на Киглера и короля. Потому что его не превратит в овцу. И Рарника на фаермага тогда получается. Заебись.
Так, пока там добивайте, пока метки поставлю. На сегодня бафы не скидываются, прям интересно, ебать. Вчера, блядь, скидывалась хуйня какая-то. По часу я зашел был, это тебя откатили. Так, жрите рыбу. Сегодня был в ГМке, там скидывалось все. Обычки. Свято с детом. Так, Песа, ты шипешник, жена. Подожди, а он уступил? Нет, гильдию, я что-то вижу. Сыны. Да, да, да. А, да. Что-то мне. Это. Написали там заметку. И имя скажи и спек. ШПшник, может, какой-то ДЦ там или холиплист, что у тебя есть? Саня ШП. Как раз ШПшников не было. Так и запишем, Саня ШП. Че, 4Т4, какой у него ДПС там? ШПшники же... Да, вот 4Т4 есть. Ты в ШПшники же хорошо дают. Сейчас на королях тем более. Короче, танки я поставил, все метки. Олма я танчу, рарник крест, звезду треугольник дикий волк и молитвы слепоглаза. Знаешь, да, молитву исцеления ему сбивай там. С пула никто ничего не бьет. Ждем, когда откроется моб, появится баф на нем минутный. И только тогда этого мобана танка на пуле, кто его держит. Все, проверка. Кто из локов там проклятие косные значки задает? Притон или Юми, кто из вас? Знаете, да, эту хуйню? Ну, Притон кидает тогда. Он реальный готов. Где он там? Он реально готов? Да, 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 да. Пиздец. Все, давайте танки на счет 3. Раз, два, три. Рарлик, беги. Олм открылся. Веди его. А, агро, агро. Декурсеры. Потом, когда твой крестик откроется, он начнет ходить. Сейчас он пока не будет ходить. Значит, маги, Вадикон снимает проклятие. Равис тоже можешь помочь. Синтек, Киса снимайте проклятие. Истерию. Убежали. А мы точно в героике? Да. А кто там? А что так много снесли за раз? Сильные. Кто там открылся, блять? Отведите короля или кто там откидывает все время? Это треугольник откидывает. Вы сами от него отойдите. Чего вот вы достали? Встаньте поближе. Ну, ну так к черепку поближе встаньте, чтобы не откидывало вас. Встаньте так, чтобы вас не откидывало. Ходу пропустил одного моба. Он бывает такой баг. Скоро уже активирует кого-то. Там желтым в чате напишет, король Малгар, тот-то, тот-то активен. Скоро уже. Не было активности, нихуя. Крош активировался, вот веди свой крестик, немножко отведи. Все, РДД по крестику. Милики собаку заливайте, на меня напуливайте.
Это, рейндж немножко наберите, чтобы по вам бомба живая не била. Так. Биг Дэмэш, у тебя же Т4, Т4 одета? Да. Ага, приготовься давать Т4. Давай Т4. ПС, давай гимн на ХП. Ага. Ну, нормально. Киглер. Треугольник. Бейте треугольник, РДД. Вес не бейте. Не видно. А он всегда, когда закрывается, там баг идет с агро. Просто там вот нажимаешь и все. Это баг такой. Там элементали. Петы бьют он. Крош. Это постоянно такая хуйня. Доты, элементали, любой урон. Полностью уже невозможно все доты убрать с босса. Постоянно срывается, когда закрывается. Короче, там тоже будет дамажить по тем, у кого мана есть. Ну там, я думаю, прохилите. Так, что у вас по мане? Водикон залей синтеку. Акиса ставь тотем на ману. Песа, читай гимн на ману. Сейф нужен какой-нибудь. Без сейва прохилите. У шамана слабая уешка. Готовьтесь. А, он что, второй раз открылся, что ли? Я понял. Давайте Геру. Заливайте его. Милики тоже идите, побейте. Только те, кто умеют прыгать от вот этой молнии, которую он дает, побейте. Прожимки там нажмите. Собаку подержу, постою пока. Задача его уничтожить, давайте. А, не успеваем. Да, 15 секунд что-то. Ну ладно, похуй. Ничего страшного. 8 секунд. 7. Вот АУЕшку прохиливаете. Может еще раз откроется. Крош. Крош. Крестик бьем, РДД. Великий собак. Дистанцию держите. Биг Дэм еще откатился, Т4. Вар, зачем ты забежал в РДД? Да. Так. Что-то с маной хуевенько. Давай, Вюпсинь, гимн на ману. Сейф. Вюпсинь, гимн на ХП сразу. Я шоу нужен. Ну, гимн помог. Крош так же. Все, добивайте, добьете, я думаю. Верхильте меня, у меня сейвов нет. Полежит пока, потом лезть. Забери там. Хотя, да, короля забери. Так, сейчас посмотрим, кто активируется. Кеглер, добивайте его. Треугольник.
Ну, Волма добьем, я думаю, сразу. Блять, что-то я стаки себя не скинул, сука. Проебал, да. Слепой. Скинул, заебись. Это жестко меня пиздят. Крылья в тебя дали, вол. А. Олм активировался. Короче, дал незыбку, то что меня хуярят, я ебу. Короче, я проебал с крыльями, ну да ладно. Хуярьте черепок все, милики, хуелики все. Просто разъебаю. Сейчас убьем этого, Волк, реснешь на стресса, Лара. И проклятие да диспельте. Проклятие что-то дохуя его не диспелите, походу. Бьет рейд же проклятие, прием. А, ты давал, да? Понятно. Ладно, ждем, когда луна активируется. Равист, иди побей, дал тебе истерию, короче. Сильно много туда не подходите, бить там, вы отхиливаете босса. Че, успеем, нет? Что-то вроде должны успеть. Все, король остался. Дресни его, ровист. Топу. Канску лапу приставал. Кулак. Остался Грул, мой нелюбимый босс, блядь. Люблю то вайпаться. Да если демонов респектнуть, то не будем вайпаться, наверное. Да вроде нет демонов. Так, иссушающая хуйня. Кто это, милики, кто мало дамажит, отойдите от босса лучше, чтобы не хилить его. Там бейте, кто много дает, там топор, ровист, допустим. Их надо еще прохилить, Святос там. В принципе, там 5 миликов бейте, нормально. Thank you.
будет вам не зыбко еще. Чары какие-то, это чё, блядь? В овцу превратит или чё это за хуйня? Да, в овцу превратил. Сейчас я быстренько это все загружу. Инвизи, кто проходите? Потом раскидаем. Все пробегаем. Отдыхаем. Бегите, 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 чем стоите. Умирайте там. Да столько людей не загрело. Фига себе. Сейчас он побежит еще пить. Спиной встань только. Сейчас дальше пойдет бить. Умираете там кто? Сейчас всех вас захуярит. В бою умрите там все. Да все, никого нет. Уходят. Ебать. Короче, встану в самолете. Так, пока раскидаю, что там по пати у нас. Дикий волк, короче, руки позакрываешь. Ты супер спец. Так. Молицист. Так, так, так. В ДД, наверное, и подъебало. Да, вот так, наверное. Так будет заебись. Первая, вторая пати под ебалом стоите. А на стресс ты тут вообще нет? Чё за хуйня? Давай, покидай тело. Тебя присумонят. Первая, вторая пати будет под ебалом. Дикий волк руки закрывать и... Остальные 3-4 пати тоже руки закрываете. 5 хилов хилят. Монахиня, ты где там?
Монахини в Ансент нету. АФК они. Я тут. Монахини нету. Все, монахиня встал. Жри рыбу. Пулбаф. Короче, я надеюсь, вы все понимаете, да? Тут руки такие есть. Вот они появляются. В звезде, в кружке. В ромбике. В центре появляются. Под боссом появляются непосредственно. Появляются вон там далеко. Вот где квадрат стоит, имейте в виду, там одна-две руки могут появиться даже. Смотрите туда. Маги смотрите, хант смотри. Под боссом стойте, значит, сова и песа. Стойте под боссом вместе с хилами. И ротацию там соблюдайте, то есть один дебаф не ловите по несколько раз. Остальные все маги в центре, позиционируйтесь в треугольнике. Дикий волк, на ромбик кружок смотришь. На звезду тоже налево посматривайте. Маги там, этот, Элем посматривай. Юми, Притон. Вот. Ну, не закройте руки, мы упадем. Вот. Ну, а первая, вторая пати, вы находитесь на каждый ошеломляющий удар, должны находиться под ебалом. Если я скажу за спину уйти, то уйдете за спину. И когда скажу вернуться, вернетесь. Вот. Но имейте в виду, смотрите на ярость босса, когда там сотка, там адский удар кастуется. Это под ебалом, на адском вам не надо находиться. Он кастуется секунду, ошеломляющий 5 секунд. Вот имейте в виду. Так, пошли к решетке. Первая, вторая пати. Сейчас тут метку еще поставлю для вас. Примерно тут мы стоим с вами. В кресте. Так, что там по готовности? Акиса готов? А у нас воин еще не пришел. Балицист. Идем. Все готовы вроде были. Балицисты тут? Вот. Я, да, я тут. Все, подбегай к нам, к этот крестик. Все, короче, на счет 3 буду пулять. Все на пулы на воида. На счет 3. Раз, два, три. Погнали. Сразу Геру с пула. Надеюсь, никаких петов ни у кого нету сейчас. Здесь параши никакой не будет. А то у меня жопа сгорит. Так, 10. Как по заказу, нормально все. Квадрат. Смотрите на руки там внимательно. Главное не ДПС, а руки закрывать. Адский удар. Почему, ребята? Мне вот интересно просто. Кто-то выбежал, по-моему, сейчас. Здесь. Да, одно тело просто кто-то выбил. Вот кто из вас выбежал? Первая, вторая пати. Равис, ты? Ну, хули, уже все нахуй. Давайте диван нахуй. Диваны раздайте там, паладины. Но стресс нахуй. Ты тут первый раз, что ли? Ты тут был вроде уже. Нет. Если у тебя что-то, какие-то непонимания, я тебе поставил метку крест. Ты встаешь и бьешь в ебало. Только тогда, когда я тебе скажу, убежали за спину, ты выходишь. Никогда ты сам не уходишь. Стоишь и ловишь все ошеломляющие. Ты выбежал, 9 человек получили ошеломляющий, босс сразу набрал сотку и сразу кастанул адский. Я не успею его отвернуть. Вы хуй успеете выбежать за секунду. Ты вайпнул рейд сейчас. Вот. Теперь такого не надо больше делать, потому что мы 10 минут сейчас будем бафаться, как бичи, ресаться, блять. Давайте.
Стоишь под ебалом, просто в тупую. Какой бы у тебя ДПС там не был, какое парирование там вообще похую. Просто стоишь под ебалом. Если. Короче, надеюсь, всем понятно, блядь. С руками проблем там не было, да? Ну, под боссом лежит стали. Присуммонит. Локом. Лестничь. Тыкайте в шкаф вон. Кого субон плюс рейд? Сумоньте тоже людей, не стойте просто так. Все, он последний сумонится. Все уже. Ешьте рыбу. Наверное, после этого. Как добьем, пойду отдыхать. Тюрьму поставим на завтра. Я в расписании напишу и в календаре сделаю. Ну, примерно давайте, что там, 16:30 поставлю. Тюрьма 25-ка. Приходите все, там вдруг на кого-то выпадет чарка классовая. Будет очень хорошо. Побьем 3 босса. 2, в принципе, точно можно осилить. Все готовы. На счет 3 пуляю. 1, 2, 3. Давайте Геру. Лоб сгорит. После этого удара убегаете за спину и стоите там. И скажу, когда сюда прибегать. Стоите там. Сейчас этот удар я один ловлю, и будет сразу адский. Так, готовимся прохиливать рейд. Адский. Возвращаемся под ебало. Единица ярости, отлично. Вот это я понимаю, блядь. Кто-то там сдох, и я не понимаю, почему, это очень плохо. Юми сдох. Преснул кто-то, да? Сразу каску лапу пристабав ему. То же самое повторяем. В вечерней гильдии вайпаются, блядь. Не знаю почему. То ли кто-то троллит, то ли что, непонятно. Ой, как больно.
Руки сложные вообще в ахуе. Я прям не знаю, что людям сказать. Вроде все адекватные люди руки не могут закрыть. Точнее, не могут, не хотят. Демонстративно, наверное. Так, сейчас будет удар, и после него сразу за спину убегаем. Вот смотрим, 2 единицы ярости до сотки. Смотрите, вот сейчас ударил, убегайте за спину. Будет адский. Сейчас он по мне одному пройдет. Адский. Прошел. Возвращайтесь под ебало. Все просто и понятно. А, БР, БР. Руки закройте. Ранник умер. Зайдите кто-нибудь. Тебя кто-то поднимал? Нет? Каску лапу пристабав по раннику. Все, можете выйти, кто забегал. А что так, как так получилось-то? А руки в мелизоне где-то не закрыли или что? Блять, ярости накопилось, сука. Закройте руки. Звезда печенька. Не проебитесь только с руками, это самое главное. После адского за спину... Ой, не после этого, ошеломляющего, да? После там печки. Я скажу, куда. Там печку надо ждать. Сейчас печка будет через 5 секунд. Да, в принципе, сейчас вот она будет. Да, убегайте за спину. Убегайте за спину. Если будет ошеломляющий. Войду сейф, да? А у меня незыбка есть, нормально. Все, даю незыбку. Сейчас после этого адские будут сразу. Все, захиливаем рейд, возвращайтесь. 10 лямов осталось, хуйня. Отлично. Вот это приятно, блять, когда все понимают. Руки в звезде. Слева звезда. Все все делают. Разрулим эту парашу, все, и отдыхать на сегодня. Тюрьма завтра будет. Еще и ВК есть как вариант. У меня есть даже блокер. Могу потанчить, ну, на плащи. Посмотрим. И ВК, я думаю, проблем не должно быть закрыть. Там ничего сложного нет. С нашим ДПС. Так, давай начнем с этого босса. Так, пока это без лутмастера, короче, давайте печать. Печать, значит, 200 ГП. Смотрите, я смотрю по ИПГП. Называю людей, кто ее может ролить. Вюпси, Акиса, Зукля. Дефнер, Рарник, Юми, Притон, Призан, Малефицист, Топа, Айновен, Вадикон. У остальных там меньше. То есть вот из этих людей три печати кто-то, наверное, заберет. Давай посмотрим, кто кидал ролл. А насчет объединения этих твинов-то? Насчет объединения твинов. Да-да. Это попозже, наверное, сделаем, когда мейн там будет. А то у тебя... Ну, я тоже сейчас хочу паролить. Ну давай Ван Сент еще ролит. Нет, давай это самое. Вот смотри, у тебя мейн лог, правильно? Ну, которого нет здесь. Вот, которого здесь нет. Давай потом в другой раз. Давай сейчас паролят люди вот эти вот. Так. Короче, три самых высоких ролла. Синтек 97 отпадает, там и поменьше. 84 Вюпсинь, раз. Печать. 89 Дефнер, 2. И скажите мне, подскажите, где там кто еще?
84 и 87. Дефнер 69, он для второй ролл выкинул. А, блядь. Ну, у меня 78. Синтопа, монахини. 78, 84, 75 идет. Так, Вюпсинь, Топа и монахини, да? Да, да, причем. Так, ну монахини отпадает, у нее монахини отпадает. Маловато. Ниже монахини кто там идет? Ниже 75, 69, не, 74, Ликаншок отпадает. No маловато и ППК. Так, no стресс. No стресс идет, 73. No стресс. У него 270 ГП. Топ тут получается. Получается. Дефнер, Дефнер. Дефнер, да, получается. Дефнер, Вюпсинь и Топа. Дефнер, Вюпсинь и Топа. Три печати получите. Значит, на тебе тогда Вюпсинь с этого босса. Сейчас с этого босса я разролю шмотки. Разролю шмотки. И остальные две печати остальным отдам Топе и Дефнеру. Так, пояс вот этот надо кому-то. 100% за это 260 шмот, это, короче, 100 ГП. И если хотите, там, за 10 ГП. Кому там, на второй спект, там, ну, чисто для статов, там, не знаю, статы подбить. Что, за 10% он закидывать тебе? Он реально? Да, он же один рулил, в принципе. 10% это 10 ГП будет там совсем по мелочи. Вот, спадет все. Вот это параша надо кому-то. РП, крит. Хуй знает. Распыл. Распыл, распылю. Так, рарник, давай распылишь. Так, сабля. Это у нас еще хорошая штука. Надо кому-то РДДшники. Вот и Юми. Больше никому не надо. Ну, ну тоже надо. Сколько? 10%. Не помню. Да это херня была там. Скорость, меткость. Так, Юми, 30%. Тебе за что? За 100% за 50 закидывать? За 10 точно не пойдет. Ой, за 50 закидывать. Да, за 50. Полтинничек. Так, с босса раздал, сейчас это, кто там, Топа, печать, так, вот она, Топа и Дефнер, где ты? Так, печать, и сейчас шмотки. Так, Топа. Дефнер. Секундочку отвлеку, если больше по шмоту, ну, ничего рулить не буду, то могу идти свободен, сегодня больше ничего не будет. Да, только спать и не ливать. Сейчас подожди, я еще 200 ИП дам за этого. Кара, ХМ, да проход, кто это пойдет? Вупсень, ты пойдешь с нами? Нет, не взяли сначала, зачем мне идти сейчас? А, ну ладно. Так. Ну, там две печеньки как бы лежат. Нетронутые. В боссах. А, тебе надо? Это аргумент. Аргумент. Так, это хуйню на распыл, короче, пояс. Вот этот светлячок надо кому-то, хилы. Если подождете минут 20, то пойду. А киса, может, тебе надо ману резать? Или присты, там хуй знает. А киса, да, заберешь? Да, или призан, или акиса кто-то из вас. За 10 ГП. Нет, 10 это нормально. Акиса? Акиса или призом? Вы тут еще? Давай, дикий волк, похуй. На эту хуйню забери. Так, жезл. Хотели там РТДшники. Сотка. Ты уже это больше. Это же 100, да. Нихуя конкурент, ебать. Это надо ролем или что? Ну, по ПГП я смотрю, у кого выше. Значит, Ванцент и Дефнер только ролили. Выше будет Дефнер. Давай я... А, окей.
А ты не рулишь? А, у тебя тоже там 1100. Ну, это целый камп проебал, считай. Минус 1250. Так, Дефнер. 100 ГП. И давай разберемся насчет этого объединения твинков. И что за херня-то? Ничего не могу полутать. Как так? Просто выбери одного персонажа, играй на нем деньги. Не говорю, это пусть свяжет твинков в одну пачку и все. Тебе, ходишь, по одним, вторым, тебе, по тебе, тебе сколько связать твинков? И, ну, и лока ты заводить будешь или не будешь? Все, которые персонажами я играю, будет в одной связке. Ну вот, со следующего, наверное, заведем. Ну заводи лока, завяжу на лока всех. Да, лок же все равно. Без разницы, какой персонаж. Ну лок же все равно мейна будет считаться. Этот пояс не надо никому. Пояс никому не надо, походу. Просто я не понимаю фишки мейн, не мейн. Как бы играю этими персами, неважно какими. Я не вижу разницы. Мейн, не мейн. Ну ты в Геру кем пойдешь? Ну в Геру тем, кто одетый. Кого возьму? Ну вот, вот кто одетый, это мейн. Вот так понятно? Возьмут того, кто больше всего ДПС дает. Тут лок у тебя разницы. Самый один. Так разницы-то нету никакой. Есть. В будущем же будет вторая. Смотри, смотри, сейчас у меня маг, допустим, по ИТМу выстрелит. Будет 260. Вот и это что, пуха не мейн? Надо никому? Пуха не надо никому? Ну, смотря сколько давать будет. Хорошая пуха, кстати. Ну, в будущем же планируется вторая 25-ка. No stress, у тебя пуха. Ну, в принципе, можно. Давай, дикий волк. Мне кажется, у тебя коллекция уже такой хуйни, не? Воятель получше на мишку. Я, конечно, одобряю твинков, честно. Это круто. Но... это... давай, вот чтобы не откладывать долги, я сейчас рарника тебе в обмен кину, три шмотки я надо спил. Ты заходи локом, вступай, соединим на лока, сколько там персов? Три перса, да, еще помимо лока. Надо написать в заметку ники, чтобы я это, ну, ошибку там не допустил. Посмотреть в аддоне, чтобы это все, чтобы там указывались альты. Давай, заходи. Ну, раздали, да, и можно давать спать. Да, да, да. Все, можно. Зайду. То я... мне час примерно еще вечернюю сейчас это идти. Надо, блядь, отдохнуть. После работы что-то подзаебал. Нет,